Здравствуйте, вы на канале Game on Epic. И сегодня мы проходим игру Зверь внутри. Best Inside. Посмотрим, что предоставит нам данный сюжет. Так, выберите уровень сложности приключения для тех, кому интересна история. И стандартный баланс между головоломками. Так, ну давайте стандартный возьмем. Всегда надо начинать со среднего, потому что легкие это слишком легко, тяжелые это пока слишком тяжело, чтобы знать, к чему готовиться. Так, нажмите любую клавишу, давайте посмотрим. Где это я? Где? Ну где-то. Что, господи, за что? Адам, Адам! Зачем ты преследуешь нас из-за работы, Адама? Чего тебе надо? Зачем ты... Ух ты, вот это красавчик. Мучаешь нашу семью. Нет, Адам. Нож в черепе. Нет, что ты сделал с Адамом? Господи. Хороший кинжал. На войне без потерь никуда. Никакой войны нет. Мы обычная семья, слышишь? Мы хотели спокойно жить своей жизнью, но ты разрушил эту мечту. Замечательно. Фотографии, жучки и угрозы. А теперь ты убил кого-то. Так, не подходи. Не смей. Они уже знают о тебе. Они наблюдают за твоим домом. Тебе не позволят. Тихо. Нет, что ты творишь? Что же ты творишь? Руби башку ей. Провожу линию фронта. Ну, башку, наверное, не снес, скорее всего. Пополам. Разрезал. Вдоль. 50 на 50. Старые добрые времена. Президент Картер дал комментарий касательно какого-то дела, как я понимаю. Кстати, машина похожа, как из Гарри Поттера, которая летает. Итак, мы направляемся к этому дому. И, как понимаю, мы должны расследовать это дело. С каждой минутой у меня появляется все больше сомнений. Да уж, будет трудно, но это ведь ты говорил, что хочешь выбраться из города и ощутить зов природы. О, да, природа, это да. Всего на выходные, родная. Не на всю жизнь. А кто сказал, что мы уезжаем на всю жизнь? Серьезно, Эмма, мы не знаем ни какой сегодня день, ни сколько сейчас времени. Обхохочешься. СМИ так и постоянно пугают нас ядерной угрозой. О том и речь. Если я не разгадаю шифр, вся эта страна превратится в здоровейший, я как понимаю, ад. А с другой стороны, может, это развалина обрушится на нас раньше, чем ребята Бенджамина нажмут на красную кнопку. Никакая это не развалина. Этот дом тебе... подарили. А, так нам подарили этот дом. А там уже кто-то хозяйничает. Ну, как бы не родственничек наш. Наши вещи уже здесь. Эти ленивые грузчики даже не удосужились дождаться нас. Ничего, мы сами занесем все внутрь. Ага, на деле я буду надрываться, а ты команда. Ну, кстати, как в жизни. Да. Ничего нового не придумал этот мир. 3 часа в дороге. И вот мы на месте. Здесь кажется тихо и спокойно. Может, я наконец могу сосредоточиться и шифровать эти чертовы телеграммы. Милый, не стой столбом, коробки сами себя не занесут. Бегу, бегу. Поправочка, здесь было тихо и спокойно, пока не пришла Эмма. Ну что ж, Эмма. Как я вижу, ты у меня уже враг номер один стала. Скажем так, классовый враг. Так, машина, лес. Давайте осмотримся, что у нас тут. Колодец. Так, колодец, колодец, колодец. Дом, коробки. Так, осмотрим территорию. Ну, кстати, территорию надо смотреть не только рядом со входом. Надо смотреть и близлежащие. Допустим, вот сарайка. Неплохая. Вот как туда пройти? Этой сарайке проход должен быть так-то везде. Так, 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 ну-ка, ну-ка, ну-ка,
Дерево, блин. Так. Раз, это квестовая игра. Ужасная квестовая игра. Хоррор. 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 Так, Эмма хотела, чтобы я отнес коробки в дом. Да, она много чего хочет. Ну, как говорится, обещано 3 года, что так, замочек, ага. Так, подготавливаем площадку себе. Перед тем, как что-то делать, всегда лучше проведать, где, куда можно сбежать. Потому что, раз это ужастик, бегать нам придется от кого-то. Учитывая, что в начале игры мы видели маньячеллу. Так. Ага, о. Вот так, бросить, вращать. Ну что, ключ как ключ. Так. Бросить. Ну, даже не знаю, в доме его оставить или... Ну, давай, пока здесь бросим. Так, закрыто. Ну, кстати, управление не... Скажу, чтобы прямо-таки... Коробка, коробка. Вот фотографии, интересно. Фотографии, так. Фотографии нет. Так. Опять ключ. Так, ну-ка, ведро. Что у нас в ведре? Ничего. Так. Отвертка, гвозди, ну смысл? Вот сигареты. Так. Нет, нет, комод не задвигается. Так, а вот оно вот маленько вот так вот делается. Что там? Там ничего нет. Так, деко. Кстати, возможно, потом где-нибудь, когда-нибудь нам эти буквы могут пригодиться. Так, ну ладно. О, подпрыгивает. Ну, уже хорошо. Уже хлеб. Так, посмотрим. Комната. Ну, управление, я скажу, немного, да, трудновато. Потому что каждая деталька — это отдельное взаимодействие, которое тебе приходится делать самому мышкой. Так, разозлиться коробки. Да ничего страшного, с твоими коробками не будет. Я хочу посмотреть, куда я попал. Собакин. Так, пепельница, но мы это не курим. Давайте осмотрим часы. Без 10:03, слава богу, я теперь работаю удаленно. Мне больше не нужно ставить будильник в 6 утра. Да. Так, ага. Так, здесь... Можно будет потом что-то вставить. Так. Бросить. Это что? Мама здесь выросла, но мало рассказывала о своем детстве. Она думает, что нам с Эммой будет здесь хорошо, и я с ней согласен. Представить не могу, насколько сейчас тяжело вырастить ребенка в Бостоне. Читать. Взять Q. Давай возьмем. Инвентарь. О, кстати, а мы в эту в инвентарь не можем взять? Нет, не можем. Так. Что у нас здесь? Закрыто. А, так мы отсюда пришли. Кружок сделали и пришли. Так. Давай. Это на себя. Так, все взаимодействия с мышкой. С кошкой. Заставлено. Наверх, наверх, наверх. Давайте посмотрим. Что же нам
несет этот день. Так, вот еще один ключ. Ох, чувствую, нам драться этими ключами придется. Они как оружие расположены по всему дому. Так, давайте, я заплатил этим засранцам вперед, поэтому неудивительно, что они даже не потрудились поднять коробки на чердак. В наше время никому нельзя доверять. А вот это значит квитанция предоставление услуг. Ладно, возьмем. Что-то у меня что-то бумажки в инвентарь-то идут. Так, инвентарь у меня. Так, милый, не стоит с тобой, коробки сами себя не поднимут. Диктофон, записки, предметы. Так, понятно. Левая рука, правая рука, синяя нога. Так, вращаем, вращаем. Что мы видим? Господи, сам себя в квартире свинячу, господи. Так, ладно. Через коробочку перейти не может. Так, закрыто. Закрыто. Давайте посмотрим. Кто нам предоставит данная комната? Данная комната нам предоставит кучку барахла. Вот какой ангелочек. Так. Какой-то недовольный он. Внутри ничего нет. Внизу ничего. Так. Вот если только надпись. Так. Стой. Коробки. Давай, хватай. Так, ничего нету. Данные. Так, коробки надо поднять. Это трость для опускания чердачной лестницы. А я возьму. Вот так. Что мы там видим? Так. Книга. Вот английский не знаю, но может быть эта книга какая-то нужная. Ну-ка, 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 ну-ка. Понятно. Сигареты. Вторая пачка, кстати, уже попадается. Так что. Так. Вот так. Нет, ну, нельзя открыть, ладно. Посмотрим, что у нас. О! Так, возьмем. Вращаем, 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 что мы видим. Так, ладно. Вот это вот. Тоже. Это больной человек, что ли? Бутылки, банки, склянки. Ну ладно. Пойдем все-таки поднимем коробочки. А то жена склюет нас. Так, нужно поставить его на стол наверху. Где тут у нас стол наверху? Так, стол, стол. Так, забраться на чердак, новая цель. Всего лишь одну коробку надо было поднять. Кстати, а куда у нас жена-то делась? Давай, поднимайся, кресло. Угу. Подняться на чердак. Выберем трость. Так. Так, а как ее взять-то?
вращать. Взаимодействовать. Вот так. Как-то интересно. Что, я обратно могу ее забрать? Нет, нет, нет. Отдай трость. Ну ладно, раз. Это штука здесь. Да вы издеваетесь. Так. Тут матеряться, кстати. Ну, это нам не надо. Родная, без ключа на чертов чердак не попасть. Скорее всего, он в ящике столовой. Твою что? Столовая. Столовая должна быть внизу. Так, это что? Это комната. Что он сказал? Вот. Столовая. Столовые приборы есть. Так. The key could be in one of the drawers. Ну, кстати. Мне бы тоже не помешало прочитать ее, чтобы с пониманием относиться к ее закидонам. Это про беременных. Так, ну давай почитаем. Бестселлер 78 года. Заполнено проданных, так, 500 000 проданных копий. Американская Библия беременности, полюбившаяся многим. Адам Кьюгер, это не кошмар, пусть иногда вам и кажется. Иначе руководство по беременности для думающих женщин. Господи, какую ересь они любят иногда читать. Ну, беременные, беременные. Особенно мужчину-то зачем? Так, закончить осмотр. Так. Нам нужен ключ. Ключ мы не находим. Ох. Так. Ключ до... Вот. Так. Нету. 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 Так. Где мы, где мы, где мы? Давай-ка вот эти отодвинем. Кухня. I can't find it in the dining room. Oh, sorry. Так, обыскать машину. Typical. Блин. Вот прибил бы эту жену бы. Так, нажмите tab, чтобы проверить диктофон. Адам записывает разговоры и свои мысли о происходящем на диктофон. Нажмите пробел, чтобы продолжить. Давай. Так, ой, прости, кажется, оставил ключ в багажнике. Да, ладно. Ключ в багажнике. Так. Давай, давай, давай. Так, иди отсюда. Так, что у нас здесь еще есть? Так. Так. Так, так, так. Ладно. Идем к чердаку. Так, ключ открыли. Чуть толкать самому приходится. Так, давайте осмотрим. Ну, чем-то похоже на красавицу и чудовище, правда?
Так. Угу. Закончим. Так. Что нам тут еще предоставляется? Так, ангел может спить, а может умер. Бедолага, жизнь его не пощадила, сколько здесь он пролежал. Век не меньше. Звоните, чтобы обнаружить скрытое послание. Так, у него нет ног, видимо, кто-то уронил его, это не слабо. Минуту, это кровь или краска? Ага. Так, ну-ка, ангелок. Так, ну-ка. Так. Ну-ка, схватись давай, схватись, я сказал. Схватился? Давай, взаимодействуй. Вот, ну-ка. Так. Так. Ну тут вроде ну таких-то не было нигде. Так, что у нас здесь? Ох ты! Кстати, когда-то давным-давно я сам ковал такие предметы. Да. Итак, что мы тут можем найти? Что? Что же такого полезного? Дверка, это мы потом. Так, еще куда-то выше. Ломик. Взять. Так. Угу. Топор. Конечно, взять. Так. Я не могу его взять, но я его брошу. Пусть будет под рукой, чем потом за ним лезть персонально. Так. Угу. Так, так, так. Так, так. Так. Давайте откроем окна. Ну, открывай. Вот. Мне, скорее всего, надо будет путь отступления. Так. Это что? Краска, которая нам первоначально нужна была. Рукожоп. Так. Так, так, так. Ну-ка, уберись отсюда. Давай-ка. Откроем тайничок. Это мы удачно нашли. Что там? Клад. Надеюсь, не порно-журнал. Нет, не он. Так. Нам краска что, уже не нужна? Так. Ломик нам уже не нужен. Ладно. Ломик, если нам не нужен, давайте посмотрим. Так. Поворачивайте предмет, чтобы найти скрытые послания. Так, ну это мы так. Отрывок из записок о Гильской войне Юлия Цезаря. Помню, мы проходили ее на латыни. Некоторые буквы выделены. Поверните, чтобы дружеское это послание. Так. И что же нам там? Джиров, но это инициалы Юлия Цезаря, латиницей. Только почему здесь написано, что они равны? Так, обращаем инициалы Юлия Цезаря, латиницей. Только почему здесь написано, что они равны? Почему? GS. Ладно, давайте возьмем и посмотрим, что у нас здесь еще есть. Взаимодействие с предметами в режиме исследования с некоторыми предметами можно выполнять дополнительные действия. Так, ну давайте повращаем, посмотрим. Это, видимо,
Будем какие-то слова собирать, что-то угадывать. Ну, давайте предмет добавлю. Один гектарь. Так, в бате. Ну-ка у нас М, Р, Г, Ф. Бате, 5 букв. Так. Где у нас инвентарь? Диск. F-бати было. F-бати. Вращать. Так, ну давайте В. Так. Давайте так. Это В. Там вроде. Я такого еще ничего не делал. Посмотрим, от нее это, не от нее. Так, F. В. Так, ага, нету. Ладно. Так. Значит, давайте посмотрим на записки. Дэвид. If J equals C, then based on the letter, the first character in the cipher should be. G C. Счет. Кстати. Счет. Самом моренько. Так, я заплатил этим засранцам. Так, никому нельзя доверять. Перевозки. Дата перевозки. Адам Стивенсон. Так. Адрес вывоза. Бостон. Бостон. Так, стрит 7. Адрес доставки Блэкстон, Нью-Гэпшир. Так, сумма, услуга перевозки. Так, 33 фунта, мебель, ремонтное оборудование. Так, подпись клиента Адам Стивенсон. Подпись представителя компании Добни. Так, Адам Бостон. Ну-ка. Так, Адам. Бостон. Что-то похоже такое. Бостон. Адам. Так, нет. Не то. Что у нас еще? Посмотрим. Мало ли. Письмо от мамы. Так. Адам, наш дорогой сын, этот дом очень давно принадлежит нашей семье. Его даже иногда называли пристанищем Стивенсонов. Когда мы с твоим папой переехали в Бостон, то думали, что дедушка его продаст, как и собирался. Но, к нашему удивлению, он завещал его нам. И теперь вы с женой сможете поселиться в этом доме и вырастить своих детей вдали от суматохи современного мира. Лучшее место, чтобы пустить корни и не найти. Заботься об Эмме хорошенько. Мы заглянем к вам в следующем месяце, если мое бедро не расшалится. Мама. По скриптум. Твой папа считает, что должен выбрать имя вашему ребенку. Без понятия, почему он так на это настаивает. Совсем старый стал. Наверное, хочет оставить какое-нибудь наследие. Но не суть. Ты, главное, сделай вид, что удивился, когда он тебе об этом расскажет. Так, ладно. Посмотрим. Так. Ну-ка. Наследие. Так. Так. Так.
Окей, ну давайте посмотрим с управлением с этим. Да. Еще разок. Так, а какое-то слово должно быть? Ну-ка. Просто не хочется. First, из-за какой-то глупости. Then I should be able to decipher the others. Так. It's probably about those distinguishing letters in Caesar's parchment. Цезаря. Да, надо смотреть на выделенные буквы в письме Цезаря. А, подожди. Так, G равно назад. Где у нас назад? Записки. Счет, письма от мамы, фрагмент. G равно S. Так. G равно C. Вот так. И теперь F у нас U. Так, я хоть правильно все делаю-то? Так. Это у нас Y байт, байт, потом буква U. Так, еще разок на всякий случай, мало ли. F-бати. Надо запомнить. Ну или записать. Кому как удобнее будет. Будем подгонять. Так. F, бат. Буква Т. Ну и Y у нас будет равняться R. Так, это у нас C равно G. Ну-ка, если... G, так. C равно G. Теперь, если C будет внизу, а G наверху. First, I'll put the letter J over C, and I should be able to decipher the others. Наверху. It's probably about those distinguishing letters in Caesar's parchment. Что у нас тогда? Что получится? F. Это будет M. Так, B. B. Это будет I. A. Это будет H. T. Это будет A. Y, это будет F. Так, это разные комбинации, кстати. Так, ну давайте посмотрим. M. Ага. Так. Вот так, давайте-ка посмотрим. Так. Так, ну-ка, так. Буква H. Нету. Буква А. Есть. Буква F. Так. Это не то. Что-то не то. Так. Ну, записки, это все равно записки где-то. If J equals C, then based on the letter, the first character in the cipher should be... Так. 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 Только почему здесь написано, что они равны? C, C, C. C. G равно C.
А, вот. MHP. Так. MHPAO. Именно так они здесь выделены. Так. Ну давайте-ка это посмотрим. Если они так выделены. M. H. Есть у нас H. M. H. В. P. Буква А стояла. Ну, ничего страшного. Это D или его? Ну, давайте попробуем D. Так. Сомнительно. Так, ну-ка еще раз. В записки. Уходим. Уходим в записки. M, H, P. M, H, P. A, O. O. First, I'll put the letter J over C, then I should be able to decipher the others. H. It's probably about those distinguishing letters in Caesar's parchment. Точно O. Точно O. Но у нас O нету. Предметы, диск. G равно C. O равно H. Что у нас получается тогда? F A P I A. Где у нас A? P O H. Find. Find. Ну давайте попробуем такой вот расклад. Find. Так, буква F. Буква А. Find H. Вот так вот. Вот мы и открыли сундучок. Да. И что мы тут имеем? Ключик. Без секрета ключик. Без секрета. Так, мы его возьмем. Предмет добавлен. И дневник. Принадлежит Николасу. 27 сентября 64 года от Рождества Христова. Вечер, почти ночь. Раньше я никогда... Это какая-то история. Глава 2. 27 сентября 1864 года от Рождества Христова. Вечер. Почти ночь. Раньше я никогда не видел дневник, но говорят, это может помочь мне вернуть утерянные воспоминания. Кроме того, письмо проясняет разум. Так проще отличать факты от собственных выдумок. Ну, я думаю, на этом все. Ну, а главу вторую, я думаю, мы увидим в следующий раз. Что ж, ставим лайки, подписываемся на канал. Ну и ждем развязку истории. Покедова!